Всем привет! Это канал про блокчейн. Как обычно, в 14.30 наша рубрика «Торгуем по идеям» сайта TradingView. Если вы еще не подписаны, то обязательно подпишитесь, поставьте колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о наших новых видео, потому что сейчас очень много еще выходит видео с интересными всякими новостями, с интересными проектами. Это обычно у нас в 9.30 по московскому времени бывает, а рубрика по трейдингу, она выходит в 14.30. Все это у нас с понедельника по пятницу на регулярной основе, то есть по 2 ролика в день как минимум выходит, плюс иногда еще выходят какие-то обзорные видео по разным проектам. Иногда это там рекламные какие-то интеграции, но проекту зачастую хорошие, то есть они предлагают какие-то маркетинговые решения, которые как минимум полезны нашим подписчикам. К примеру, вы можете зарегистрироваться на какой-то бирже, получить $100, да, или вы можете получить начисление токенов какой-то бирже, которые в свою очередь тоже чего-то стоят, и это всегда как минимум вин-вин ситуация, какое-то такое решение. Ладно, давайте переходим и будем разбирать вчерашнюю ситуацию, что мы там наторговали. Отправимся на нашу биржу. Я использую биржу Currency.com. Здесь можно торговать с Leverage. И здесь одновременно есть и крипта, и фондовый рынок. Вы же можете использовать любую другую площадку, которая вам нравится и подходит. Давайте отправимся в отчеты. Значит, вчера что у нас было? Мы выбрали компанию Nikola Corporation. И на ней мы заработали 51 цент целый. Это конкурент Tesla, она будет выпускать электротраки, и у нее еще, как говорится, есть порох в пороховницах, за этой компанией точно нужно следить, это новичок, то есть Tesla показала, чего можно достигать, да, там со своими $1000 за акцию, здесь компания на старте, у нее там $45-$50 стоит акция, сейчас она в районе, может быть, там 57, то есть у нее еще есть как бы куда расти, и она сейчас в неком откате. По эфиру вчера у нас не сработала история, минус 3.85 мы получили, и у нас Nike еще был, по Nike тоже сработал стоп, 68 центов мы минуснулись. Значит, остается у нас в портфеле заявка на шорт биткоина от цены 8.890. И теперь давайте перейдем, собственно, на сайт TradingView для того, чтобы выбрать для себя что-нибудь новенькое. На выходные, на субботу-воскресенье я не буду открывать никаких позиций по фондовому рынку, потому что зачастую там все как раз закрывается, то есть можно либо что-то шортить там, или еще, или, к примеру, можно было бы на той же Никола, да, еще раз открыть позицию, может быть, даже наоборот в лонг, потому что у нее она там неплохо смотрится, но я не буду такого делать. А вот, допустим, по биткоину я перед стартом записи просмотрел, что нам предлагают в идеях. Много кто за шорт биткоина, ну, там на самом деле рассматриваются два сценария, да, то есть если мы уходим ниже там 9.50, да, то это как бы мы смотрим в сторону вниз. Если мы же как бы все-таки возвращаемся на 9.500 и куда-то там закрепляемся, то это уже в сторону верха. Сейчас давайте, значит, посмотрим, что у нас происходит с битком на текущий момент. Вот у нас 9.155. График побольше давайте сделаем. Но, как бы вот, видите, такая лесенка у нас получается. То есть мы упали раз, упали два. И куда? Ну, есть вероятность, что, конечно, отсюда можно падать еще как раз вот сюда на 9.300, на 9.50, что уже говорит нам о том, что может пойти поход вниз. Что реально получится, да, это часовой таймфрейм, мы сейчас с вами смотрим на часовике. Как оно будет, тяжело сказать, но большинство людей за то, что как бы мы можем попытаться подняться и отбиваться, если стопы поставить побольше, в целом можем мы пойти вниз. Поэтому я предлагаю, как бы, да, опять же, это не совет по инвестициям, это вот на фоне тех идей, которые у нас здесь я сегодня осмотрел. BTC зашел, да, в шорт на пробой 9000, то есть вот много кто за то, что мы сходим вниз. Поэтому давайте мы так и поступим. Мы нажмем кнопку «Продать». Как обычно, мы установим 10% от нашего депозита. Возьмем leverage 10. Давайте сделаем стоп-лосс, установим и take. Значит, стоп у нас на дистанции $183. Это 9.336. Вот сюда куда-то. Да? Ну, то есть, как бы, вроде бы туда мы пока не смотрим. Поэтому давайте пробовать продавать. Посмотрим, что из этого получится. Значит, заявку мы разместили прямо сейчас от рынка. Буду за ней наблюдать, опять же, с мобильного телефона. И я постоянно напоминаю, что желательно, чтобы если вы торгуете на какой-то бирже, и у нее была еще возможность управлять вашими сделками и заявками с мобильного телефона. Хотя бы, да, ну, как бы менять в них позиции или закрыть ее срочно, или еще что-то. Потому что не всегда есть возможность прибежать к своему рабочему месту, сесть за компьютер и как бы наблюдать за вашей сделкой.
Поэтому, если на вашей бирже есть возможность мобильного телефона, это явный плюс. Если такого нету, то попробуйте найти еще какое-нибудь дополнительное решение, попробуйте потестировать разные площадки, может где-то вам точно будет удобнее, и какие-то такие рисковые сделки с экспериментами вы всегда можете, значит, пробовать делать на таких площадках, где есть еще мобильная версия. Я еще хотел сказать, что сегодня у нас вышел хороший обзор на DeFi проекты, именно на токены. Он выйдет еще и на вот этом канале про блокчейн, где 81 тысяча подписчиков. Это наш основной канал. У нас есть еще канал Live. Вот здесь вот он такой розовенький, про блокчейн медиа Live, а это про блокчейн медиа основной канал. Так вот, здесь сегодня мы еще опубликуем, скорее всего, это видео. Это как составить портфель на миллион в DeFi. Оно уже доступно как раз на Live канале на нашем. Давайте я попробую перейти. Вот, видите, DeFi портфель на 1 миллион. Как правильно выбрать? Значит, он сегодня уже в 9.30 в прямом эфире как раз был. Вот видите, уже 209 просмотров. Значит, это хороший ролик. Он 40 минут, там одного мяса. То есть мы как бы старались все упаковать максимально плотно. Сначала Макс прошелся по всем проектам, прям пам-пам-пам-пам-пам. Потом я еще какие-то проекты подсказал, да. И мы там буквально еще 5 минут ответили на вопросы. И в целом как бы получился очень хороший такой 40-минутный плотный выпуск. Вот как урок, да, по сути. Даже мы на самом деле потом добавим этот проект, ну, то есть вот это видео в академию. У нас была идея вообще скрыть его, то есть мы сказали, что сутки он повисит, и мы его скроем, но посмотрим по обстановке, может даже еще зальем, говорю, на основной канал и какое-то время поддержим еще, потому что хороший действительно информативный получился выпуск. Поэтому я вас прошу, если вы не подписаны на наши каналы, то обязательно сделайте это, подпишитесь, поставьте колокольчик, чтобы такие видео важные не пропускать. Сейчас очень все быстро меняется. Также внизу у нас всегда есть ссылки и на биржу, и на наши телеграм-каналы, на наш сайт, он у нас тоже есть. Тоже подписывайтесь, приходите, читайте статьи. На сегодня же все, вот такое короткое видео, буквально на 7 минут. Всем хороших выходных, пока!